Ищу сейчас подработку. И вот что сейчас я нашел на Атлантис. Набирают рабочих. Но набирают его разные люди почему-то. Вот это Владислав какой-то. Владислав, телефон. Я разговаривал с Ириной. Ириной неделю назад. Но там была даже не Ирина, а Рита какая-то. Но в реальности была. Телефон был указан Рита, и вот он, Рита. Рита. А потом это оказалось Ирина. Вот. Странно все. То есть разные рекрутеры, что ли, получается, набирают работу, да. Разные люди. Странно все. Прям какой-то, как конвейер у них идет по набору. Кому там верить, непонятно.